Мы против спида! Спид! Мне это нужно! Спид! Хорошо. I'm a Speedoslav! Убил спид! Спид! Рандо надел. Убил спид. Понимаете, как опасен спид? Как бы слава. ВИЧ — это вирус иммунодефицита. Попадая в организм человека, он вызывает заболевание, называемое ВИЧ-инфекция, и приводит к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита — СПИДа, который является ее конечной стадией. Первые зафиксированные случаи таинственной болезни появились в конце 70-х годов прошлого столетия и быстро распространились по всему миру. Но только в 1983 году была найдена ее причина. Это оказался вирус, поражающий без разбора как обычных людей, так и мировых знаменитостей. Изначально основным способом передачи ВИЧ были шприцы наркоманов. Теперь на смену пришел половой контакт. Понятие «группа риска» расширилось до масштабов человечества. На данный момент в России проживает более 1 миллиона людей с ВИЧ. И это число постоянно растет. В наше время об этой проблеме говорят много. И ты уже наверняка слышал о ней. Но по-прежнему каждую минуту в мире заражается 5 человек в возрасте от 15 до 24 лет. К сожалению, лекарства, способного полностью уничтожить вирус, пока не существует. Бах, бах, бах. И даже в гондоне. Видите, одевайте гондоны, все равно. Спид бьет, бьет, бьет спиды. Ой, и убивает. Ой, убил. Да, спидозных детей. Хорошо. Не, ну Слава, конечно, красавчик, потому что посмотрите просто на это. Это потрясающе, это Слава. Спид! I need a speed! Speedalitit! Вау! Видалит, как спид перемещается, а еще он в гондоне вот так вот. Трахнул! Блять. Какой бы ни был вид сексуального контакта, если он не защищен презервативом, то человек рискует заразиться не только ВИЧ-инфекцией, но и различными венерическими заболеваниями. Спид убивает нас. Но слава хуйне. Спид. Спид. Трахан спид. Телепортация спида. Невидимый спид. Всех убивает. Слава спид. Спидослав. Слава спиду. Героям слава. Правый сектор. Ауе. Терпение. Любитель рахида сладких конфет, парнишка, герой приключений, он быстренький супергений, обожает гаготение и миру, он отъебет для разрушения, и всем поможет он, наш слайдер спидрон. Bubble of rockets and three canyons adventure to kill the fast super genius and Mark Dowsing, and the world of the end will fall for destruction, and he will help everyone else like this. На колени перед владыкой. Ну-ка. Мина-сан, зайдите к нам!